Уже этой осенью в Куйбышеве должна появиться вода принципиально нового качества. Об этом сегодня заявил губернатор Новосибирской области. Какие еще вопросы обсуждали в рамках рабочей поездки главы региона в Куйбышевский район, расскажет Андрей Баев. Куйбышев – один из самых больших городов Новосибирской области. Вот только качество местной воды из кранов многие годы оставляет желать лучшего. На данный момент не очень хорошая вода у нас, конечно. Желтая, и за что платим, непонятно. Ну а ждете воду-то нормально? Ну ждем, конечно, да. Надеемся. Надежды жителей Куйбышева должны быть оправданы уже в этом году. На новых очистных сооружениях города завершили первый этап строительства. Инспектирует объект губернатор. Без этой станции, докладывают специалисты, куйбышевскую воду не очистить. При такой цветности теоретически по СНИПу даже не работает. При цветности выше 70 градусов у нас обязательно надо реализовать горизонтальные отстойники. Что сейчас я сделаю? На первую очередь новых очистных сооружений потратили 194 миллиона рублей. Сейчас идут пусконаладочные работы. Второй этап – реконструкция действующего водозабора, замена всего оборудования на современные агрегаты. Также глава региона поставил задачу обеспечить персонал достойными условиями работы. Те бытовки, в которых сегодня люди вынуждены работать круглосуточно, не выдерживают никакой критики. Давайте думайте. Ну нельзя в этих условиях думать, что кто-то чистую воду ГОСТовскую подаст. Никто не подаст. Потому что в свинских условиях люди находятся. Да, давайте думать. Ответил глава региона и на главный вопрос. Когда жители Куйбышева получат воду не хуже новосибирской? В конце августа, в начале сентября будет подана питьевая вода совершенно другим качеством. Она несколько еще не будет соответствовать ГОСТу, абсолютно ГОСТу. Вот. Но ГОСТу мы знаем, как довести ее это до конца года. И первым кварталом будущего года, 18-го, подать абсолютно соответствующую питьевую воду ГОСТу. Это будет первый случай в Новосибирской области, кроме Новосибирска самого. Там вода соответствует ГОСТу, а в сельской местности нигде. Также в ходе рабочей поездки первые лица региона ознакомились с ходом строительства терминала хранения, погрузки и перевозки голубого топлива. Один из самых крупных инвестиционных проектов. Объем вложений более 10 миллиардов рублей. Первую очередь введут уже в следующем году. Эффект газового предприятия, говорят эксперты, это увеличение вдвое валового продукта Куйбышевского района. Андрей Баев, Алексей Зубило, новости ОТС.